Ребят, вы мучите и меня, и мучаем мы все вместе еще и Янину. Давай, ладно, тебе расстели. Матрас так уже быть. Матрас. Итак, просто кинь на пол. Все нормально, действительно. Доброго времени суток. Все, 5 утра. Мне через... 5 утра! Мне через... Ты сама меня позвала. 2,5 часа. Ты сама меня позвала. Поэтому все, сейчас сама тебя и... О, господи, какая разница. Я сейчас нахожусь в Минске. В шикарных хоромах. Да. В королевских хоромах. Хоромы. Так, тебе поплотнее подушку? Тебе плед надо? Пледы, одеяло, либо просто под одеяльник? Плед. Hello. Hello, hello, my friends. You come? Я ничего не поняла, что... Пипец. Так, тебе потеплее, да? Хватит уже эти ватлы, ребят. Какой-нибудь потеплее, да, наверное. Он не мягкий, сейчас покажу. Какой? Привет, можно вопрос? Попробуй. Если вопрос тупой, я завершаю эфир. Спасибо за подписку. Все, контрольный вопрос. Спасибо за подписку. Спасибо за подписку. Ну так, я с этих подушек лучше. Колючу. Не колючу. Привет, привет. Зрители растут именно тогда, когда я собираюсь идти спать. Это закон подлости или вы это назло делаете сами? Пожалеете меня. Она сама себя пожалеет. Никто не пожалеет, если не сама я. Можно? Можно спать? Ты меня отпускаешь? Анва. Я еще 2 оставила. Я тоже так думаю. Сказала, если есть вопрос, задавай. Привет. Все, ребят. Может, кто у него был вопрос? Тебе есть у тебя вопрос? Вольф. Что сказала? Вольф. Вольф? Я думала, Вольт, потом, ну, Вольф, правильно. В общем, я пойду спать. 30 зрителей. Да вы прикалываетесь? Так, может, не надо уходить? Было 20 только что. Я сказала, 30. Типа, спать пора. Ну, просто какой-то закон подлости, когда я собираюсь спать, они... подписчики... Так, ой, всего ты знаешь, что делать, раз как тоже подписчики. 51. Ну, все, Илона, сиди. Значит, сладких снов. Спасибо. Все уже проснулись, мне кажется. От такой... Люди присоединяются именно тогда, когда я собираюсь уходить. Зашибись. Аж уходить не хочется. Мага, привет. Я хорошо, а ты как? У тебя, кстати, здесь штор нету. Ты будешь просто спать без под одеялом. Не переживай. Да. Доброе утро. Хорошо. Откуда вы? Я сейчас нахожусь в Минске. Сюда. Сюда. Так, значит, сюда. Бомби, привет. Нет, я не выйду замуж за тебя. Да, ночь. Сколько у нас? 5 утра. Так что не ночь. Будешь? Да, ну, надо. Там, короче... Я тоже в Минске. О, Бомби, ты здесь? Серьезно? Это тот человек, который очень много мне подарков дарил. Да? Бомби. И я в Минске. Я сегодня приехала. Вот, и завтра весь день буду, и вечер, и послезавтра только уеду. Спать собираешься? Да, сейчас вот буду через... когда зрители станут поменьше, а их, походу, никогда не станет. Их становится только больше почему-то, как только я собираюсь уходить. Короче, не смотрите на эту шляпу. Я иду спать. Иди спать. Я за тобой. 47. О, дойдет до 30, я пойду спать. Очень красиво. Как красиво это. Спасибо. Милая, спасибо. Так. Что-то еще живот крутит. Ужас. И он закрыл. Вася, конечно. Минск большой город. Мало ли тут придурков водится. Вот, всем. Все, ребят, короче, нужно завершать эфир. Всем спасибо за общение.
подарки, кто не дарил. В общем, вот мы уходим. Смотри, кто мне упал. Это 9, если что. Сладких снов. И вам всем доброй ночи. Кто не спал, кто проснулся, доброе утро. И я иду спать в 5 утра. Так что, ребят, спасибо всем за подписку. До новых встреч. Вы что, прикалываетесь? Как только я решила, уже 30. Потому что я тебе говорю, в 5 утра все начинают просыпаться. Привет. Нормальные люди. Просто очень сильно. 60, сейчас 30, опять 60. Я сказала спать, они появились. Я сказала, что я остаюсь. Они... Ну все, видишь, ТикТок сделал... Короче, ТикТок лагает. В 5 утра я не могу вести эфир. Вы что, ребят? Ты реально думаешь, что мне эти брови идут? Ну да. Они даже светлые, я тебе скажу. Почему-то, мне кажется. Ну, мне муж говорил, что надо потемнее. Да, а ты говоришь, темные. Они ни хера не темные. Ой, да, ни хера не темные. Ну, так я тоже говорю, что надо потемнее. Дело хорошо. Блин, ребят, все, идите все спать. Все, я пошла. Спасибо. Слушаюсь. Красавица меня называют, блин. Красавица, пошли умоем твою красоту. Да, пойду смываться. Пошли смоемся. Все, ребят, короче, действительно, доброй ночи. Неважно, сколько вас здесь есть. Все, прогоняю 50. Вас всех. Быстро. 50. Быстро все спать. Так, кто из Минска, пишите в личку. И все. Что сообщить? Мне вам привезло 9 лет, так она. Да, в пак. Девочка играет. Нормально. Очаровательно все. Спасибо. Всем доброй ночи и доброго утра. Я ухожу. Подписывайтесь, не забывайте про меня. Спасибо за подписку. Всем пока.